Девочки, всем привет! Сейчас будем делать очень красивый дизайн. Наношу подложку. Форма уже не липнет, потому что много пилю, много пыли. И липкая основа вся уже запылилась и не держит. Надо двусторонний скотч прилепить. Ну и сейчас. Сейчас будем делать. Буду давить вот так на стол и делать. Красота! Потому что она каток маленький, вот она и не держится тут. Но я все равно добьюсь своей цели. И сделаю красивый ноготь. Смотрим, чтобы не было пробелов между ногтевым ложем и формой. И сушим минуту. Беру белый полигель. Выделяю улыбку первым делом. Подвожу кусиком. Давим сильно, чтобы не было между бежевым и белым зазоров. При опиле это будет видно. Сейчас, может быть, это и не видно, поэтому и давим сильно, чтобы уже точно знать, что у нас все получится. Давим сильно, выделяем улыбку. Остальное распределяем вниз. Добавлю еще. Распределяем. Но каток у нас будет узкий, поэтому выкладывать широко не нужно, как я люблю. Я женщина щедрая, люблю выложить пошире, высушить, потом попилить. Я же такая женщина. Вот так вот. Берем опять наш пакетик и делаем мелкие зажимы. Зажимаем. Сжатый дизайн называется. Так в прессе и напишите. Сжатый френч. Сжатая. Просто дизайн, если на покрытие. Или френч. Сжатый. Так, я думаю, длина меня устроит это или коротко? Непонятно, непонятно. Вроде бы нормально. Стараемся так красиво нажать, чтобы было интересненько. С краев, конечно, это все на центр желательно. Так, даже если не хватит, ничего страшного. Я надеюсь, будет красиво смотреться. Вот так вот. Нажали, надавили. Сушим минуту. Снимаем. И сразу снимаю форму, чтобы она мне не мешала. Сразу обстричь лишнее. Хотя бы немножко пелёшки будет меньше. Вот такая длина у нас. Я думаю, достаточная длина. Чикнем кончик. Стираю. Это такой дизайн, девочки, знаете? Тут не угадаешь. Вот клиентка захочет, но вы же ей не повторите ваши вот эти вот движения сжатые, правильно?
Вы же не помните, как вы делали вот именно там, где она это увидела? Но если она это еще у вас увидела, а если она это увидела не у вас, и что, вы должны прям тютелька в тютельку повторить? Да нет, конечно. Тут это очень рискованный десант. Тут непонятно, что вы спилите, что останется. Поэтому сразу своей клиентке говорите, что если это не ваш дизайн, так и скажите, это дизайн не мой, я могу сделать наподобие. Что получится, то получится. А есть такие клиентки, что еще и скажут, давай снимай, я не хочу такое. Такой рискованный, конечно, дизайн. Вот это мы сейчас подсушим и продолжим. Сушим минуту. Продолжаем, делаем. Полусухой кисточкой мы делаем вот такие движения. Полусухой кисточкой. Что задели, то задели. Течет. Смотрите, чтобы не текло с самой палочки, которая у вас здесь. Потому что, видите, натекло, и теперь здесь много. Хотя я хотела всего лишь обвести торчащие детали, вот эти все. А не так. Вот так все сделали. Сушим минуту. Этот этап сиреневый гель-лак, который нужно высушить идеально минуту. Иначе сейчас, когда мы будем все это выкладывать, если будет не высушено, то, конечно, все размажется. Выкладываем на готовок и будем его выпиливать. Кое-что спилится, кое-что останется. Вот тут и не угадаешь, будет это красиво или не будет. Вот как клиенту такое дело, девочки, скажите. Тут себе это делаешь, рискуешь. А если не понравится, все, скажет, переделывай мне. Перевернем, подержим вот так перевернутое. Вот здесь плохо надавило, видите? Поэтому вот так, давите сильнее, когда делаете. Все, сушим минуту. Протираем липкость и выпиливаем. Вот что получилось. Покрываем топом. Мне очень нравится такая идея, интересная. То, что и втирку видно, и какие-то такие интересные кляксы гель-лаком. Мне вот такой дизайн очень даже нравится. Вот эта идея вот такая. Смотрите, все как надо, все на месте. Вот такой накаток получился. Интересно, мне нравится такая задумка, но я ее доработаю и буду делать побольше гель-лака и потоньше зажимы вот эти будут не такими высокими. И тогда и втирочка была бы вот здесь еще немножко, и вот эти кляксики тоже здесь. Можно менять цвета, можно брать даже несколько цветов. Не только сиреневый, например, какой-нибудь летний. Брать, если там оранжевый яркий, розовый яркий, все делать ярко, то будут эти кляксики разноцветные, будут красиво смотреться. Вот такая рука у меня получилась, вроде все дружит. Даже не знаю, какой красивее, если честно, для меня они одинаковые на троечку. Нет такого, чтобы прям вау было у меня, такого нету. Может быть, со временем, когда я пригляжусь к этому всему, мне что-то и понравится. Но пока буду додумывать
эти варианты, как их сделать поинтересней и делать уже по-другому. Вот этот вариант вообще был очень красивый, пока не покрыли. Но если не покрывать, не будем же мы ходить с волнистыми ногтями, что это будет. Нужно как-то подумать над этим вариантом, чтобы получился хрустальный ноготок. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много всего интересного, полезного, красивого. Ставьте лайки. До свидания.